сентябрь, нынче у нас как июнь, есть свои плюсы и минусы. Но вроде комфортная погода позволяет за эти дни провести значительные объемы сельхозработ на полях. Период оптимальный для уборки сахарной свеклы и картофеля. На местах эта работа в целом организована неплохо. По свекле, конечно, из-за высокой температуры воздуха большие потери в кагатах. Поэтому и тем уборки приходится несколько сдерживать. На сегодня мы убрали 26,5 тысяч гектаров, это 45%. Чуть меньше миллиона накопано сахарной свеклы. Урожайность идет 340-30 нера, но в августе практически свекла перестала расти, хотя мы могли бы рассчитывать на урожай больше, имея в виду плюсом на 50 центнеров на гектар. Серьезно занимается свекла у нас агросилогруппа, достаточно профессионально. У них почти 30 тысяч гектаров свеклы, это половина республиканских плантаций. Перспективы, и они идут на производство, переработку 1,5 миллиона тонн сахарной свеклы. Программа, конечно, амбициозная, и под это и работают.